именно на лето. И я сейчас объясню, почему мы так долго его не показывали. Что ты делаешь? О-о-о! Улыбнись, улыбнись. Печальная новость, ребята. Слишком большая. Возможно, придется делать операцию. Хай, ты на канале Magic Family, я Аня, и мы на каникулах у бабушки. И это такая у нас есть рубрика, где очень-очень много животных. И да, я в куртке, потому что, несмотря на солнечный день, здесь почему-то у нас очень холодно, лето никак не наступает. И сегодня, ребята, я покажу вам нашего ослика, которого мы спасли от смерти. Так что подписывайся на наш канал, если ты здесь впервые, чтобы не пропускать наши новые ролики. А мы начинаем. Мы с Софией, Эйвоном и Юми идем в нашу летнюю резиденцию для ослика Моисея. Но нас еще встречает не только он, а кое-кто еще. Эйвон и Софи еще не видели таких красивых зверей. Точнее, Софи видела только Моисея. Построили здесь летнюю резиденцию. Он живет по соседству с козочками. И вот здесь его новый дом. Это именно на лето. Также сейчас строится зимний дом для него, чтобы он там зимовал. А сейчас он гуляет и живет здесь. Есть у ребят большое пастбище, на котором они гуляют и кушают травку. Вы уже очень давно просили, ребята, рассказать про ослика Моисея. И я сейчас объясню, почему мы так долго его не показывали. Дело в том, что Моисей очень сильно болел. Он весь облысел. У него были больные копыта. Мы даже снимали видео о том, как делали операцию ему на копытах. Были плешины большие вот здесь вот на всем теле. Болел, бедненький, да, бедненький. Шерстка вся лезла. Сейчас он потихоньку обрастает. У него уже гораздо лучше все с копытами. Намного лучше, чем раньше. Он уже ходит и даже бегает немножко. И сегодня наш Моисеюшка заезжает в свой летний домик. Мечу там ходит вокруг него. В домике у Моисея уже практически все закончено, да? Привет! Сундуки с кормом у него лежат здесь. Такой вот свеженький домик, в котором он будет теперь жить, ночевать. А в соседях у него вот здесь вот местечко для коз. Здесь они кушают, пьют, и им построили вот такой вот диванчик. А заходят они через вот ту дверь. Для лошадей и ослика в том числе вот такая вот двойная дверь сделана у нас. Шел дождь. Мастер хочет с ними играть, но они его не понимают и убегают от него. Моисей практически не мог ходить, потому что у него были очень больные копыта. Они были просто в жутком состоянии, а сейчас у Моисея все хорошо. Он ходит и даже бегает, машет хвостиком. И наша бабушка София Эйвона, таточка, очень долго заботилась о нем, чтобы Моисей выжил. Кто за мной ходит? Кто ходит сам уже? Так что теперь у Моисея есть свой летний дом, будет еще зимний дом. И я очень рада и благодарна вам, ребята, за то, что вы поддерживали его спасение, его лечение и вообще все-все-все своими теплыми словами. И теперь вместо того, чтобы стоять с коровами в коровнике бездвижно, чтобы копыты приходили в негодность и в жуткое состояние, Моисей каждый день видит красивую природу и гуляет. И ему здесь не только физически хорошо, но здесь еще у него есть друзья, козочки и поняшка. Челка ты, челка, челкастый. Теперь копыта Моисею чистят каждый день. И посмотрите, как они изменились, какие они были и какие они стали. Моисей машет хвостиком. Смешно, у него такой смешной хвостик. Помните, у Моисея было вот такое обрезанное ушко? Оно так и осталось таким, потому что оно раньше, видимо, отмерзло. Мастер, что ты делаешь? Я первый раз в жизни такое увидела, ребята. Вот что значит видеть лошадей только в кино. Вы только посмотрите в эти глаза. Да, 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 Моисей, улыбнись, улыбнись, ай, улыбнись, улыбнись, улыбнись. Ай. Несмотря на все хорошие изменения, которые произошли с Моисеем, есть и очень печальная новость, ребята. У Моисейчика по независимым от нас причинам вот здесь на шее очень большая опухоль. И это, я думаю, причиняет ему боль, а если не причиняет боль, то, по крайней мере, это очень опасно. Так вот идет грива, а вот здесь вот, вот здесь с этой стороны опухоль. Хоть и грива из-за этого переваливается вот сюда вот.
Ребятки, придется с этим что-то делать, ведь все страдания Моисея еще не закончились. Бедненький Моисей. И она мешает ему очень сильно, я думаю. Да, да, бедняга, бедняжка. Пока сейчас решается, что делать с этой опухолью, как с ней быть, потому что она слишком большая, возможно, придется делать операцию. Мне очень обидно за Моисея, потому что так хочется, чтобы у него уже все было хорошо. Да, да, да. Миш, пойдем. Все, кроме Миши, уже видели ослика Моисея и пони мастера, а Миши еще нет. Кто это? Это Миша, Моисей. Это Миша. Да, Мишка наша. Миша, не бойся, смотри, какой ослик. Посмотри, какой большая собака. Ты такая маленькая, это большая, да? Да, Моисей, ты собака? Ты собака? Ты собака? Ты собака! Ты подписывайся на наш канал, на канал моих говорящих питомцев. И увидимся скоро. Пока! Привет!